В одном жилом доме камера зафиксировала черную фигуру, скорее всего какого-то призрака или демона, которая тащила за ногу человека по коридору. Сначала призрак сбил человека с ног, а затем на протяжении 2 секунд взял за ногу и протащил по коридору. Тень человека, образ, темная масса или теневое существо – это паранормальная сущность, злонамерные сверхъестественные существа. А вот ученые считают, что частый феномен людей-теней возникает, когда мозг человека находится между состоянием бодрствования и сна. И в это время сознание человека может поднимать образы своего подсознания, подобно сну. Такое связывание было сделано после того, как многие люди, которые принесли это состояние, сообщали о неких живых лучах света или движущихся